Дорогие друзья, наш международный дипломатический клуб в очередной раз попал в это, я бы сказал, пространство гармонии, Golden Palace. Ну, вообще-то, золотой цвет – это цвет луны, это цвет янтаря, это цвет мечты. Но самое главное – это цвет богини процветания, Лакшми Деви. Вот, Golden Lakshmi. Поэтому мы поклоняемся, на самом деле, всему доброму, святому, что несет и содержит в себе любовь. И это самое главное, потому что любовь – это безупречная стратегия. Тот, кто в любви, пребывает в Боге, поэтому он непобедимый. Давайте вместе стремиться к новым победам. Golden Palace и премия Award и International Diplomatic Club. Все вместе. Клубе, когда он родился, какая цель, миссия клуба? Родился и пригодился. Дело в том, что прежде всего я хотел бы сказать, что у нас у всех клубная ментальность, клубное мышление. Вот я, например, когда-то был октябренком, потом пионером, вот, потом еще думал о том, чтобы вступить в партию. Сейчас я дефракционен, то есть я ни в одной фракции партии не состою. Но самая главная партия, к которой я отношу себя, это патриот России. Я люблю свою родину, потому что я считаю, что Россия у нас одна, мы должны ее беречь, и у нас есть великая миссия. Мы должны спасти весь мир через любовь. Потому что любовь – это основное, что отличает нашу национальную идею. Вы с этим согласны? Да. У вас отличная миссия, тем более сегодня 14 февраля, вообще, день любви. Всех влюбленных, абсолютно. Вот я влюблен, но я влюблен, я, знаете, планку чуть-чуть повыше ставлю. Я влюблен вообще в ту бескрайную, синюю, васильковую Русь, о которой говорил Есенин. Потом следующий шаг я делаю к тому, что есть еще божественная благодать. У нас на Руси всегда почитали святые. Мой персональный святой – это Сергий Радонежский. Поэтому я считаю, что любовь – это всегда что-то такое святое. Скажите, а вот клуб как помогает предпринимателям, бизнесам, государству? А мы такая, хороший очень вопрос. Площадка, платформа, нетворкинг, глобальный нетворкинг из разных стран. Входят в пазлы различные сегменты единого, удивительного, причудливого узора. И потом получается вот эта вот реальность взаимодействия, коллаборация и самое главное, конечно, взаимное сотрудничество. Поэтому мы помогаем и бизнесменам, и помогаем, так сказать, и представителям даже государственных компаний иностранных, для того, чтобы они больше поняли Россию, разгадали эту суть, потому что вот такая неразгаданная Русь. Надо помочь им разгадать ее. Подскажите, а как стать членом вашего клуба? Что это нужно сделать? Это очень хороший вопрос. У нас есть несколько таких градиентов участия с клубом. Есть, так сказать, вот просто ассоциированный член клуба, есть, так сказать, эксклюзивный там и так далее. То есть разные степени глубины участия, я бы даже сказал. Это зависит от бизнеса, зависит от амбиций, зависит от плана, который человек перед собой ставит. Но это все решаемо, и самое главное – верить в мечту, потому что мы open heart, open smart, open mind, с открытым сердцем. То есть у вас международный клуб, у вас предприниматели и бизнесмены с разных стран собираются... International, международный клуб. И это самое главное. Записывайтесь к нам в клуб, и вам будет очень-очень приятный комфорт у нас. И более того, вам понравится, вы полюбите. А где найти анкету, куда записаться, где это найти контакты? Это хорошая тема. Amicability.org, Amicability Forever, международный дипломатический клуб Amicability. Распахнул двери для всех, кто действительно готов творить добро и творить это вместе с нами.